Привет! Я хочу вам показать, где я живу. Так, значит, смотрим. Вот наша комната. Это чехлы для босух. Так. Это еще одна босуха. Это я. Привет! Это мой шлем. Это шмотки, а это диваны, наши диваны. Это Боб Марли, я с ним сплю все время. А это фотография лучшего друга Джо Рауля, он умер, но он был очень крутым музыкантом, играл на басухе в группе Demolition Pit, и они разогревали моторхедов. Это комп, это гитара, такие примочки. Так, это там-тамы. Играть так. Значит, это маленький там-там, посвящен Раулю, вернее, это его там-там, в нем живет его дух. Это наша кухня. Что мы тут имеем? Имеем тут носок, например. Самая важная вещь на кухне. Так, это кассета, которая шкаф обвалился, когда мы доставали из кассеты с самого низа. Кассета. Это толчок. Вот фотография, опять-таки, посвященная Раулю. Классические фотки. Вот. Вот, кстати, Motorhead, Demolition Pit. Это копье индейца. Индейц здесь я. Только я. Это ванная. Это я, привет. Что еще? А, самое главное, это терраса. Наша крутая терраса, которую мы покрасили вчера. Вот, очень клево. И здоровенная крыша, по которой можно бегать. Главное не обвалиться по ту сторону. Очень здоровая. Там мы имеем шашлычную поршнягу. Стулья. И стол, который я красила. Скамейки. Диван, на котором я загораю и сплю иногда. Да, на крыше очень круто спать. Там мы имеем океан. Да. И харбор. The best view in Los Angeles, baby. Вот. Ой, я прилипаю. Вот, собственно, и все.